Всем привет! Хай-хай! Хай-хайшки мою! Блин, подождите, хочется с вами! Привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня мы смотрим чат-рулетку. А. Давайте посмотрим. Давай включай, но не переименовывай. Хорошо. Вау! Что это? А кто это? Помнишь, что это? Алик. Да, Алик. Ребятки, всем привет, меня зовут Алик, это новый выпуск чат-рулетки. Досматриваю его обязательно до конца и желаю вам приятного просмотра. Отпусти! Ой, кися! А ну стой, тихо. Ящерицы. Капец, у него взгляд такой прям. Слинял. I'm gonna take my horse to Delta Road. И причем он смеется над ним. В общем, заяц на крыльцо. Почесать свое... Ну, продолжай. Чего? Заяц на крыльцо, почесать свое яйцо. Сунула у меня птица. А ты не унился с крыльца. Они нашли друг друга. Let's go. Классный битбокс, дружишь? От души. Гиньте Алика, будем смотреть на битбокс потом. Такой. Это у меня стандартный, типа... Круто. Не знаю, кто обычный. Это сейчас. Есть не, еще? Не, я даже про говор, когда ты разговариваешь, я бас хороший. О, спасибо. Очень приятно. Я спою просто, поэтому разбираюсь. Споешь что-нибудь? Да нет, я не в настроении. Жалко. Есть еще такой, смотри. И греть, правда, надо внутрь разбирать. Ну, понятно, конечно, да. Круто. И кушай. Фу, что она ест. Что это у тебя в руке? Что? Мам, давай кушай. Что за персонажи просто? Господи. А что вы на меня смотрите? Почему я на меня смотрю? Я просто от экрана терну. А, я думала, вы на меня зачем смотрите. Думаю, я так не это. Не увлекаюсь как бы. Блин, у тебя такой взгляд был, я аж охерел. Ты думаешь, что такое строение? Кошак вот проигрывает. Привет! Вы адекватный? Нет, что началось, блин? Я так немножко не того. В смысле, я как вам должен был ответить? Здравствуйте, товарищ Старты! Приятно познакомиться. А, подожди, я с тобой еще не знакомился, с чего ты взяла. Я даже желания пока еще не оказывал, подожди-ка. А ты окажи. Нет. Вот это другой разговор. Если хочешь, давай, вперед. А то привыкли, что пацаны обычно можно с вами познакомиться. Я... Рокировочка произошла, теперь все иначе будет. Потрясающий ход. Молодой человек, можно с вами познакомиться? Мне надо подумать. Прихотливый, ты какой мужик ты попался, ты смотри. Еще бы. Ну ладно, давай, Александра, вас. Александра? Александр, ты уши почисти, моя дорогая. Так, ладно, хорошо, Александр. Просто подруги от Бога. А вас как зовут? Мне дорогая. Приятно познакомиться вот теперь. Таисия, приятно. Слушайте, я блогер, и вот эта ситуация безумно смешная. Ой, последний, когда напряглась тоже от Бога. Я просто в лице повидала. Ощущение, как будто, короче, вот это какой-то 2019-2020 год, а вот это явно 2011 какой-то синий год. Таисия в этой жизни никогда не пропадет. Видишь, она если вдруг что сама, тоже может кота за хвост взять. Таисия, вот видите, шарит. Только за хвост. Офигеть, серьезно? Офигеть! Они погуглили типа его. Таисия,
А вы что думали, я вру, что ли, вам? Конечно нет. В общем, приходи, приходи на себя посмотришь, Таисия. Ты прям, блядь. Ну, конечно, с тобой. Это пиар, что ли, да? Это рэпчик. Я убежала. Ой, блядь, я упал. Я так себе аудиторию поднимаю, понимаешь, что Таисии, чтобы на меня подписывались, я вот так и делаю. Hello. Hello. How are you? Алекс, привет. Я разбит. Разбита камера, или он через пакет? Через пакет. Покажи, что у тебя там из окна вид какой, хочу глянуть. Сейчас покажу. Тут у меня передняя камера сломанная, задняя, ну вот. Здесь ухол. Я уже даже США включаю, даже здесь мне просто попадаются люди, которые меня узнают. Это безумно круто. Но материал хрен соберешь. Сейчас рулетку 2 дня назад установил. Но. Понял, что это такой трэш, но я реально из-за тебя попал на эту чат рулетку. И что, как тебе нравится в чат рулетки? Все. Деть. По-братски, Али, наконец-то! Не скажи! Я посмотрю тебя через YouTube, я знаю! Подожди, не скажи! Nice to meet you! Это такие чувства, знаешь, когда бабушке звонишь, поздравляет на рождение и не может отдать, тебя поздравляют походу тоже. Так охеренно. Когда вот люди желают там всего здоровья. И как бы и приятно, безумно приятно, но в этот же момент ты понимаешь, что тебе нужно материал искать. И ты, и короче, вот эти чувства вот так пшу-пшу смешиваются, и ты сидишь такой, бля, и что делать? Муравью хуй приделать, что делать? Я уважаю тебя, брат, знаешь, зелье капли, пожалуйста, зелье. Капли. Ой, блин, охуительный просто! Давай, спасибо, отдыши, все, я убежал. У меня такие зубы белые. Господи, я каждому из вас желаю, чтобы, когда вас видят люди, они улыбались, вот как бы 2 человека до этого. Это, блядь, так охеренно. Не, в натуре класс, но ебись. Здравствуйте. А вы почему? Гудя! Олег, ты? Олег, я. Олег, ты что? У нас просто Олег тоже в баню повесил. Это называется царский тайминг. Это представляешь, как должны были сойтись вот эти всякие моменты, чтобы вот так попало все, представляешь? Ерась, у тебя бокальчик. Куда тебе столько? Такой смех у него угарный. Ты-то что ржешь, у тебя выпитый он уже рядом. Сидит над тобой, угорает, сама, блин, на донышке там осталось что-то. На донышке. О, все, стоп. Это мы. Связки разминаю, простите. Битбоксер? Да, да, блин, только зашел и связки надо разминать. Блять, у меня сабвуфер, какие звуки мне дают, как ты, блять. У тебя есть сабвуфер? Да. Слушай, а если я вот такой звук сделаю, скажи мне, как он сейчас звучит, нормально, нет? Остановись, мой. Бас есть? Есть. Он должен быть низкочастотный такой, аккуратный. Ну, да, знаешь, как вот на взлет как-то. Да, такой. Да. Ну типа он в наушниках потрясающе звучит, на выступлениях везде потрясающе. А ты долго вообще битбоксер? Ну, прилично. Обычно учат типа вот эти звуки, типа липролы, это... Если к нему добавить бочку, будет... Во. Девочки, берем на жилетку. И так далее, короче. Что-то такое, типа, это всегда работает во всех случаях. Да, я подпишусь. Сколько у меня подписчиков, как ты думаешь? 1003. Чуть больше, давай еще. 3,5. Чуть больше, давай. 3,724. Маленький шаг берешь, возьму побольше. Больше десятки или нет? Больше. 18. Так, как еще раз, по-братски? 1,61 миллион подписчиков. Прикольно, да? Бля, ну у тебя там охуенно. Что? Битбокс твой охуенен. Я, блядь, музыку так никакую не слышал с такими битами пиздатами. О, я ж, по-моему, тебя знаю. О, привет. Hello, my friend. Ну, вам не кажется, что если сделать Алику такую же прическу, что они будут лучше? Я, кстати, не так сразу узнал. Да? Почему? У тебя новая прическа. Я просто зарос парикмахерский закрыт. Жиза,
блядь! Такая же херня, видишь? Вижу. Я еще думаю, Алика еще встречу, короче, я ему это, буду это, помогать, подыгрывать. Смотри, какую тему я не придумал, а то уже и была. С варганом, что ли? Битбокс с варганом? Да, да, да. Давай, фигач. Начинаем. Помните, я вам говорила, что с инструментами, да, битбокс, с трубочками еще есть? Слушай, ну ритм такой прям хороший, слушай. Очень круто, братан. Че, реально? Естественно. Реально круто. А еще можешь какой-нибудь что-нибудь ритм какой-нибудь замутить? Вот, я вот только один вот этот знаю, и все. Вот так, где? Во, да. Теперь. Не зажимать, просто. Да, да, только через нос. 12 seconds later. Классно, уже другая ритмика. Очень неплохо. Да, уже я тоже что-то услышал новое. Здравствуйте. Привет. Привет. Как вы относитесь к гетеросексуалам? Это кто? Ой, плохо. У них такие глаза, как из мультика. Почему плохо-то? Это же бактерии. Он же сказал правильно? Гетеросексуал, да. Кто это такой? Подожди, я послушаю этого чувака. Ну, гетеросексуалы. Ну, это кто? Смотри, идет сначала кроманьонцы, неандертальцы, а потом дальше гетеросексуалы идут, понимаешь? Ой, жопу ебутся. Вы, походу, не гетеросексуалы, да, как я понял? Ну, видимо, я в душе не бухтаю. Вы путаете гетера и гомо. Да, кто они такие? Да ты нам объясни, гетеросексуалы. Вот вы с женой, просто, да? Ну. Вот, вы гетеросексуалы. Гетеросексуал — это мой муж с женой, да? Да. Ну, это когда вам нравится противоположный пол. Если вот тебе нравится мужчина, а ему нравится женщина, это гетера. Ну, я понял. А, сейчас я понял. Блядь, все, я ухожу. Все, я вам немного такую фишку для мозгов даю, чтобы вы знали, что значит это слово. Если ты с девкой, то ты живешь пух. Если я с мужчиной, я гей. Ты пидор. Да, да. Спасибо. Ты такой интеллектуальный. Я просто объяснил через слово, все. Спасибо тебе большое, что досмотрел до этого момента. Это действительно помогает развитию канала, вообще продвижению роликов, поэтому спасибо. Если у тебя еще осталась потребность в каких-то смешных роликах и так далее, то вот тебе еще один мой выпуск. И вот, кстати, кнопка подписаться, подпишись там, лайк, поставь комментарий на твое усмотрение. Сделай красную кнопочку. В общем, наслаждайся. Все. Это прикольный способ привлечения. Знаешь, что я заметила? Каждый раз, как только Вика тянется нажать на стоп, у тебя начинается потягушка. Всегда, просто абсолютно. Когда понимаешь, что все, можно, теперь можно. Да, она такая, она реально похожа. Типа ждала все видео. Я просто когда смотрю, очень сосредоточена, а потом такая, оп, такая, все, можно растечься. По дивану. Да, по дивану. Я раньше не знала, кто такой Алик. Ну, я да вот до сегодняшнего момента. Не, ну мы уже делали реакции на него. Да, мы и смотрели. Это крутой чувак. Но если бы у него не было таких лайков в битбоксе, он, я думаю, бы, ну... Не был бы таким популярным. Так, но он раскрутился из-за битбокса, что ли? Или... Ну, не знаю, может, он начал... Ладно. Ну, я посмотрю, потом скажу. Ну, уж мы тогда сами посмотрим. Не, просто знаешь, что он так сейчас в клетке сидит, там... Пынц. Да. Пью. А вы в чат рулетки сидели когда-нибудь? Да. Я ни разу не пробовала. У меня, я не знаю, это стрёмно был говорить. Был плохой опыт. Да, был плохой опыт, но потом я заходила, чтобы с иностранными... просто общаться, да? Да, чтобы язык развивать. И я там познакомилась с турком-мальчиком, его зовут Алгам, и ему уже 6 лет, с ним общаемся, и вот он собирается в Россию, я ему буду оформлять визу. Ого! Да. Турки! Толган. Все пишем Ангелине. Толган. Мараба. Вот, очень хороший человек. Ты еще кюлендерим. Ты на английском с ним? Да, я с ним, я учу его тоже иногда английскому. Мы контактируем, помогаю выполнять домашние задания. И вот так уже 6 лет мы с ним общаемся.
А, я думала, ему 6 лет. Нет, мы уже на протяжении 6 лет. И вот эти часики он мне прислал с Турции, подарил, это его подарок, так что... Ну что ли, тоже надо зайти на чатру рулетку. Так что, я передаю большой тебе привет. Расскажите тоже про свой опыт чат-рулетки. Посмеемся от души. Я уже рассказывала свой, кстати, опыт. Да, я помню про бассейн, там, джакузи. Да, про джакузи и чувака в джакузи. Вот. Спасибо за просмотр. Не забудьте написать комментарий и поставить лайк. Чмоки-чмоки. Всем пока.